Ежегодно по реке Урал протекало порядка 10-11 миллиардов кубометров воды. В этом году этот объем снизится в два раза – до 5,5 миллиардов кубов. Маловодье может негативно отразиться на орошении сельскохозяйственных земель. В соседней Саратовской области из 12 водоемов только 3 на 70% заполнены водой. Уровень в остальных не превышает 30%. Месяц назад 65% было воды в Кировском водоеме, например. А вообще по инструкции, если в водоеме воды меньше 70%, то воду выпускать нельзя, потому что это очень плохо влияет на эксплуатацию водоема, любого водоема. Сейчас паводковую воду область бесплатно получает из водоемов Караозен и Сарыозен. Если ее не будет, то придется докупать недостающие объемы в Российской Федерации. В 2018 году приток воды в Кировское водохранилище составил всего 1 кубометр в секунду. В этом ожидается еще меньше. Нерест прошла чисто по руслу Урал. Вот. В общем, каждый год заливался по старицам заливался, и рыба шла, нерестовая рыба, нерестился каждый год. Но в этом году совсем воды было очень мало. И все вот этих вот водоемы, они не заливались. Стоит отметить, что последний раз такой низкий уровень воды в области наблюдался в 1947 году. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.